Образ модной столицы дополнили баннеры в стиле «Welcome to Приднестровье». В этот раз приглашаем на форум инвестиционный и экономический. ПМИЭФ-2019. Зубодробительная аббревиатура, зато с массой надежд. Хэштег часто встречается на просторах соцсетей, а с 10 октября будет еще чаще. Более 500 предпринимателей со всего мира, от России до Канады, приедут к нам. Одни для знакомства, другие с конкретными бизнес-идеями и предложениями. Итак, Приднестровский инвестиционный экономический форум 2019. На 2 дня кинотеатр «Тирасполь» станет бизнес-сердцем нашей страны. Лейтмотив форума, как говорит президент Красносельский, хороший бизнес и никакой политики. Прошлый экономический форум был полностью посвящен инвестиционной тематике, тематике нового законодательства. Безусловно, это способствовало запуску процесса привлечения инвесторов. На нынешнем форуме будут говорить об IT-технологиях, о подготовке специалистов для завтрашнего дня, о взаимодействии государства и бизнеса. 14 площадок для презентации и дискуссий о настоящем и будущем нашей экономики. Отдельно будут говорить о развитии туризма и о месте Приднестровья на туристическом рынке. Будет посвящена пленарная сессия обсуждению бренда территории. То есть мы, в свою очередь, расскажем, как мы видим Приднестровье, как мы его представляем на мировом рынке туристическом, как бы мы хотели, чтобы все люди мира узнали о нас, а иностранные гости поделятся своим видением о брендах, о течении, о основных направлениях брендирования территории, в принципе, в мире. Они заполонят наши гостиницы, кафе и пункты обмена валют. Совсем скоро у нас будет слышно еще больше иностранной речи. Предприниматели, эксперты, юристы, дипломаты почти со всех континентов будут знакомиться и не только на словах с нашей экономикой. Ее можно будет примерить, попробовать на вкус и потрогать руками. И все с маркой качества сделано в Приднестровье. Ну и прогулки по городу в свободное время никто не отменял. Напомним, в прошлом году итогом форума стали 9 подписанных соглашений и договоров. Это еще одно доказательство. Приднестровье интересно миру, как бизнес-партнер, так и туристический центр.